Всем привет, с вами Иван Кожи. Сегодня мы продолжаем обозревать сухарики Папгренки Добычково. Вкус у нас классический холодец с хреном. Вот данная пачка имеет вес 130 грамм и обошлась она мне в 33 гривны 70 копеек. Вот такая малинового цвета, вот, или хренового цвета. Вот, пачка. Ну, хреново я шучу, конечно, вот, хрен он имеет совсем другой цвет, вот, ну, просто его с бурячком делают, вот, поэтому он такого цвета у нас часто бывает. Что ж, по упаковочке я вижу, что здесь нарисованы сухарики белого цвета, вот, я всего лишь одну пачечку белых сухариков попробовал, вот, этого бренда, и они мне не понравились. То есть у них томат спайси есть, вот, ржаные сухарики, да, и вот эти пшенично-ржаные или пшеничные. Вот, к сожалению, не кайфанул, вот, мне не понравился вкус сухаря, и там было мало вкусовой добавки. Вот, но тут же у нас холодец с хреном, вот, классическая вкусовая добавочка, топовая, вот, я обожаю этот вкус. И я думаю, тут, надеюсь, вот, за счет вкусовой добавочки вот эти белые сухарики сейчас выйдут. Вот так, кстати, дело выглядит все внутри. Надеюсь, вам видно. Вечно я мимо объектива тыкаю, когда пытаюсь вам что-то показать. Вот так выглядит сухарик. Вот, ну, есть там размеры и побольше. В следующем возьмем сухарик какой-нибудь подлиннее. Вот, ну, давайте пробовать. The best of the best, все. Шикардосно. Эта семерочка сейчас будет 100%. Если в следующих будет попадаться столько же вкусовой добавки, это будет семерка 100%. Первый просто... Отлично по вкусовой добавочке был. Ням-ням-ням. Ну, кстати, не сильно так щипит. То есть хрен. Все как положено, так остренько. Ну, так щадяще. Вот, приятный вкус, на самом деле. В меру, не знаю, так напоминает и холодец, и хрен. Ну, в общем, холодец с хреном, он... И в сухариках холодец с хреном. Ого. Ого. Я не могу купить его. Родной. Пипец. Я первый раз попал. Ну, блин, мне стрёмно. Просто я уже ломал зубы об орешке. Зуб. И, блин, ну, короче, тут такая вот толщина у нас получилась, прикиньте, я не могу его пропустить. И пес он кусается. Ну, ладно, родной, я тебя отложу, но потом молоточком побью. А что ж тогда говорить про вот этот? Ну, короче, на том тоже вкусовые добавки есть. Вообще, какой-то гоблин. А, и это... За все время это снятие обзора на сухарики я первый раз не смог откусить сухарь. Старею. Так вот, там вкусовой добавочки тоже было норм. То есть, когда пытался укусить, немножко облизывал. Вот, тоже сухарик, главное, забивается. Вот вкус сухарика этой вкусовой добавкой, мне это уже нравится. Вот серьезно, сделали бы вы так же в томатах спайси, чтобы эта вкусовая добавка была дофигища. Чтобы не чувствовался вкус этого пшеничного сухарика, я бы, ну, четверочку там бы не влепил. Ни в коем случае бы.
этой вкусовой добавкой у меня нету шансов распробовать вкус этого сухаря. Ну, просто нету шансов. Вот. Вкусовая добавка насыщенная, вкусовая добавка, ну, хрен, вы знаете, он просто заполоняет собой сразу же там после, наверное, первых двух секунд после укуса, и как ты начинаешь грызть этот сухарь. Вот, все сухарики, которые я ел, вкусовой добавки очень много, она очень насыщенная, она мне нравится. Вот, сухарики, кстати, вот эти тоже достаточно много масла. Вот. Но здесь вот совсем другая структура сухаря, если сравнивать с ржаным. И вот этот сухарь, мне кажется, лучше справляется с задачей впитывания этого масла. Вот и поэтому, ну типа, оно там лучше распределяется, наверное, в самом сухаре, и его не так чувствуешь, как вот в случае с ржаными сухариками. Вот. Ну и я теперь, наверное, понимаю, учитывая, что я не смог укусить тот сухарик, вот я, наверное, понимаю, зачем добавляют масло, потому что сухари достаточно объемные, вот, и нереально твердые. И за счет масла, наверное, их просто немножко размягчают. Вот, как-то так. Блин, ну эти ломаются сразу, все кусается без проблем. Пару миллиметров толще я уже не смог откусить. Бывает. Аж обидно стало, что не смог. Не, ну холодец хреном это топчик. Не знаю, если такие ржаные, но я думаю, они будут вообще там восьмерочка, девяточка. Ну, пока не встречал. Да, кстати, сейчас попался сухарик меньше вкусовой добавки. Вот из-за нее чувствуется вкус масла. Вот. И немножко чувствуется вкус сухарика. Да, вот вкус сухаря сам, вкус белого сухаря мне у этого бренда не очень заходит. Вот. То есть ржаные в этом плане гораздо лучше. Ну а так, из того, что я пробовал, у нас еще остались по обгренке до бочкового два вкуса чеснока с белым сухариком и с ржаным. Вот, и в принципе, все, что я смог найти у этого бренда, я попробовал. Ну, в принципе, как бы, как сухари, мне больше всего понравились слайсами. Вот, но там тоже не на всех вкусовой добавки мне хватало. Вот, а из этих, ну, как бы, понравились, понятное дело, что больше всего именно с ржаного хлеба. Вот, но какой вкус, я еще пока не знаю. Вся надежда на чеснок. Народ, у меня на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комменты, понравились вам данные сухари или нет. Ставьте им оценочку. Оценочку, кстати, вдруг я провтыкал. Семерочка. Вот, ответ на дежурный вопрос, взял бы ли в дальнейшем, да? Взял. Рекомендую вам попробовать. До новых встреч. Всем пока.